На востоке Египта перевернулся автобус с туристами. 42 человека с различными травмами доставлены в больницу. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. ДТП произошло на трассе Хургада-Разгариб. Как сообщают местные СМИ, пассажирский транспорт принадлежал частной турфирме. Причины аварии устанавливают. К слову, Египет давно славится плохой дорожной инфраструктурой. И по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно на дорогах страны гибнут до 12 тысяч человек.